Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! Кто из вас фанател по эстетике 2000-х? Поп-музыка, Ханна Монтана, блондинка в шоколаде — это то, что сейчас все вспоминают, чьи образы повторяют. В соцсетях куча трендов и куча эстетик, но ни одна не затмит гламурный вайб нулевых. Так что пора возвращать его в тренды. Сегодня я покажу вам свою коллекцию Румкор, которая была создана совместно с Beauty Bomb. Это яркая коллекция, вдохновленная эстетикой нулевых, романтическими комедиями, фильмами и сериалами того времени. В коллекции очень много отсылок, которые заставляют поностальгировать. Розовые оттенки, сладкие ароматы и обилие блесток — все собрано в одном. Я мега сильно горжусь коллекцией, которая у нас получилась. Но не буду тянуть, предлагаю как можно скорее приступить к макияжу. Кстати, фан факт. Я родилась в один день с Пэрис Хилтон, только на 10 лет позже. Коллекция получилась супер большой, и в ней есть все продукты, которые только могут быть нужны. Тут и уходовая косметика, и декоративная. Есть даже крутые аксессуары для создания полного образа. Но перед тем, как мы приступим к макияжу, предлагаю посмотреть уход. Первое, что нам нужно сделать перед нанесением макияжа, и это очистить кожу. Поэтому начинаем с умывания. Кстати, это абсолютная новинка, и такого продукта у Beauty Bomb еще не было. Я говорю о желе для умывания. Pink Vibe. И кожа с ним просто сияет. Берем небольшое количество текстуры, растираем в руках, чтобы вспенить, наносим на влажные лицо массажными движениями и смываем. Переходим к увлажнению и к крему Face to Face. В его составе гиалуроновая кислота и женьшень, которые отлично питают кожу и помогают избежать сухости, особенно в жаркое лето. Что ж, как вы знаете, я безумный фанат всяких жижек, напитков. И поэтому один из моих любимых дизайнов в коллекции — это маска для губ Plumpicino. Форма, конечно, полный хай. Смотрите, какая милота. Запах невероятный. Это прям запах, знаете, какого-то леденца. Причем очень необычного. Максимально рекомендую, как минимум ради запаха. Сама маска с эффектом увеличения губ, но без привычного жжения, охлаждающим и увлажняющим эффектом. Так, всем срочно написать в комментариях ваш любимый холодный напиток. У меня одновременно два напитка. Оба из них кофе. Чтобы наша кожа выглядела дорого, нужно что? Правильно нанести на нее золотую тканевую маску «Дорого-богато». Маска-то, между прочим, золотая. Потому что, извините, пожалуйста, дорого-богато. Она суперски увлажняет и питает кожу, что как раз делает ее вид в 100 раз лучше. Тяжелый люкс. А теперь предлагаю перейти к самой интересной части. К самому макияжу. И обзору декоративной косметики. Кстати, она вам ничего не напоминает? Лично я вспоминаю себя несколько лет назад. Лиса из прошлого с длинными светлыми волосами, часто в розовом цвете и нежным макияжем. Многие помнят меня именно такой. А многие топят за то, что раньше было лучше. Предлагаю сделать образ меня из прошлого, потому что мне лично безумно интересно будет сейчас попробовать себя в том образе и понять, как я вообще себя буду с таким чувствовать. Ну и, конечно же, косметика Румкор идеально для этого подойдет. Начну с тона, и если гламур был бы косметикой, то так можно описать эти потрясающие CC-крема. Rich Witch. Я буду использовать CC-крем White Cheek. На самом деле, этот CC-крем с очень классным составом. В нем гиалуроновая кислота, которая увлажняет кожу, а также витамины, которые питают ее. Наносить можно кистью, спонжем, руками, вообще как хотите. Кстати говоря, то, что мне очень нравится, тон безумно экономично расходуется. Я специально для видео нанесла его немного побольше, чтобы кожа казалась прям, знаете, мега гиперидеальный, но если вы хотите вдруг естественный эффект, он тоже очень легко достижим. Далее я буду использовать консилер, и мой консилер называется Poker Face. Возможно, кто-то уже словил отсылку на Леди Гагу. Легендарная песня. Легендарный консилер. Консилер также есть двух оттенков. Первый — Vanilla Ice, светло-нюдовый, и второй оттенок, который называется Golden Tan, песочный бежевый. И обратите внимание на аппликатор-лапку. Консилер этот средней плотности, и это прекрасно подойдет как для повседневного макияжа, так и для каких-то креативных образов. Вот такую схему контуринга я буду сейчас делать, потому что именно так я делала раньше. Кстати говоря, еще раньше я помню, что очень часто использовала консилер в качестве базы для теней, и в этот раз я тоже так буду делать, потому что пока я тестировала эту косметику до того, как она официально была объявлена на моем канале, мне безумно понравилось, как выглядят тени на базе именно этого консилера. Очень легко растушевывается как кистью, так и пальцами, поэтому тут выбирайте тот стул, который вам нравится больше. Смотрите, даже какие-то широкие линии, типа на лбу, как элементарно уходят кисточкой. Я в полном восторге. Консистенция реально мега хайп. В моей коллекции есть два вида румяшечек. Есть румяна муссовые, а есть сухие. И в комбинации они дают очень стойкий и насыщенный оттенок. Я их прям потыкаю, потому что мне нравится это делать. Эти румяна, кстати говоря, я переношу на лицо пальчиками. Начнем с муссовых румян Mousse Juicy. Смотрите, внутри упаковки два розовых оттенка, которые нужно между собой перемешать, чтобы получить тот самый эффектный румянец с влажным финишем.
Подбородок не забываем. Конкретно эти румяна, они подойдут тем, кто не хочет что-то цвета вырви глаз. Потому что они очень деликатно наносятся, при этом мне нравится оттенок, который у них есть. Он прям такой, знаете, розовый-розовый, максимально вот этот вот барби цвет. И это выглядит очень круто и классно освежает. Поэтому тот, кто любит более повседневные какие-то натуральные макияжи, я реально вам рекомендую присмотреться к этому продукту. Понятное дело, что в моей коллекции невозможно было сделать так, чтобы для любителей чего-то поярче не было контента. Настало время годного контента на ютубе. И поэтому теперь я буду переступать вот к этим потрясающим, невероятно красивым румянам. Ну просто посмотрите, как это клево выглядит. Эти румяна называются Strawberry Pie, и они уже дадут более яркий эффект. Смотрите даже, как на кисть оно насыщенно набирается. Будьте поэтому немножко осторожнее, и лучше смахнуть кисть, когда будете первый раз использовать эти румяна. Просто посмотрите, очень-очень ярко. Я буду заходить прям немного на мое верхнее и нижнее веко, чтобы цвет смешался. Потому что, конечно же, макияж мы с вами будем делать в розоватых оттенках. Следующий очень важный шаг для того, чтобы полностью передать вайб этой эстетики и вайб того, как я выглядела раньше, нам понадобится бронзер. Да, это тот продукт, которым я сейчас вообще не пользуюсь, но при этом в эстетике коллекции он быть просто обязан. И здесь, как и в случае с румянами, у нас есть целых два варианта. Вот такие вот два бронзера. Муссовый Mousse Fousse и сухой, который называется Call Me Maybe. У кого проиграла эта музыка в голове, плюс в чат. Кстати говоря, какая ваша самая любимая песня из того периода? Поделитесь в комментариях. У меня, наверное, это Party Rock. Нет, Party Rock был позднее. Подожди, а что было во время? А, ну у меня Moscow Never Sleep, конечно, да. Это просто песня моего детства, это легенда. Песня, на которой я построила свою идентичность вообще-то. Так же, как и с румянами, для большего эффекта я использовала сухой продукт поверх муссового. Кстати, есть еще такой небольшой лайфхак, если использовать контринг или бронзер под глаза, прям сделать вот так вот, как наподобие, когда мы делаем с вами азиатский макияж, то глаза будут казаться сильно больше. Я не знаю, как это работает, но именно когда мы наносим сюда тень, оно как будто бы углубляет взгляд, за счет чего он становится такой немножко томный с поволокой. Это идеально то, что нам сегодня подойдет, потому что, конечно, сегодня буду делать не азиатский макияж. А макияж из версии раньше был лучше. So call me maybe. Так, осталось все это закрепить. И для этого я буду использовать вот такую вот пудру. Просто посмотрите на этого маленького, красивейшего малыша. Называется эта пудра, кстати говоря, MP4. Кто-то вообще знает, что такое MP4? Я буду использовать прям эту пуховочку, которая идет в комплекте с пудрой. Закрепляем. Это пудра с матирующим эффектом. И, кстати говоря, в пудре сразу 4 цвета, и при смешивании они дают идеальный оттенок, который подходит, мне кажется, вообще ко всему. Ну, красота? Переходим к очень интересной вещи. Ой, подождите, нет, стоп. Сначала я забыла про брови. Переходим к не менее интересной вещи. В коллекции есть два оттенка автоматических карандашей для бровей. Это светло-коричневый подойдет для блондинок, и брауни темно-коричневый, который подойдет для брюнеток. Названия звучат очень вкусно. Справедливости ради, я смотрю на эти карандаши, на эти названия и думаю, какой у вас любимый десерт? И какой у меня? Я не знаю, какой у меня. Какой у меня? Я люблю острую лапшу. Сами карандаши плоские и одновременно треугольные, что позволяет делать любую форму бровей, которую захочется. Щеточка у карандаша тоже есть. Но всю форму бровей я сделаю себе гелем, который называется Toxic. Сам гель и его название вызывают у меня две ассоциации. Первая — это одноименная песня Бритни Спирс. А вторая ассоциация — это вот эта вот самая изогнутая токсичная бровь. Токсики. Приступаем к макияжу для глаз. И если честно, мои глаза просто разбегаются, потому что количество всевозможных классных штук для макияжа глаз тут невероятно огромное. Я просто даже не могу все это вместе собрать, мне в руку не поместится, понимаете, ребят? Тут вообще без шансов. Есть и сухие продукты, и кремовые, вообще абсолютно любая текстура, и аквалайнеры, и подводки, все, что вашей душе будет угодно. Все для вас, мои дорогие друзья. Кстати, да, лайф-подписка. Ну, вдруг мы еще не дорогие друзья, как бы могли быть. В общем, я предлагаю, наверное, начать с кремовых теней. Кремовые тени называются Go Girl. И есть они в трех разных оттенках. Первый – Pie Girl. Это нежный лилово-розовый оттенок. Посмотрите, какой красивый. Второй – это Golden Coast, сияющий коричневый. И третий – Natty Espresso, холодный нюдовый. Эти тени – тоже эксклюзивная новинка у Beauty Bob. Такого еще не было. Ну, конечно. Для своего образа я буду использовать оттенок 01 Pie Girl. И растушевываю прям пальцами, наношу на верхнее веко. Если честно, то это очень удобная версия теней, потому что если, например, вы не хотите запариваться и хотите за 2 минуты стать мега накрашенной красоткой, фэнси, вот это вот все пафосно кица, то, конечно же, это просто идеальный вариант. Наносишь на веки, растушевываешь пальцем 2 секунды, красота, элегантность и просто муа. Ну а теперь она, палетка, которая называется Bubblegum Witch. Просто посмотрите на эту пушистую палетку. Это невероятная роскошь и невероятный просто люкс фэнси вип. О май гад.
Цвета и пигментация этой палетки просто невероятные. Сейчас я вам их покажу. Ну и название оттенков тоже, знаете ли, очень вообще-то серьезные. Палетки у нас 12 оттенков, давайте все их нанесем. Это оттенок Блонди, это оттенок Wildcat, Fussy, Lavia, Aquamarine, Pink Rave, After Party, Crush, Cash и Саботаж. Да, я просто человек, который умеет делать свотчи. Вот серьезно, мой профессионализм вот такой вот. Оцениваем на 10 из 10. На 12 из 12. Приступаем к макияжу. Я буду делать макияж в розово-сиреневых оттенках. И для этого я беру вот этот вот оттенок, который называется Флирти. И наношу его в уголок глаза. Вот так вот, такими притаптывающими движениями. Увожу его на нижнее веко. Также наношу этот же цвет во внутренний уголок глаза. В конце, когда я все это нанесу, просто втушевываю сиреневый оттенок пустой кистью, на которой никакого цвета нет, в эти розовые румяна. Цвета прекрасно между собой перемешиваются, поэтому у вас получится вот такой вот эффект, знаете, легкого прикольного градиента, как будто бы, ну не знаю, водянистый какой-то эффект. К водянистому эффекту мы с вами еще вернемся. Продолжаю. Если я хочу углубить оттенок, просто дополнительный слой наношу. Раньше я очень часто делала макияж такого плана, поэтому решила в этот раз его тоже повторить, только немного уже усовершенствуя, ну и адаптируя. Все-таки нужно же показать, что я хоть чему-то научилась за все эти годы. Теперь в центре наношу вот этот розовый оттенок, который называется Fussy. И перемешиваю его с сиреневым. А границы смешаем немного другим оттенком, который называется Lavia. Я прям беру его себе на палец и наношу на тени вот таким вот прихлопывающим движением на все. За счет этого у нас гладятся всевозможные переходы, которые есть в тенях, и цвет будет выглядеть бесконечно красивым. Такой, знаете, конфетный вариант получился. И очень, кстати говоря, адаптированный под эстетику тех времен. Обязательно использую оттенок Автопати для того, чтобы наверху дать немного контуринга глазу. Прям не смущаясь, наношу уже поверх всех этих розовых и сиреневых оттенков. Так взгляд будет казаться еще более глубоким. Плюс очень легко корректировать степень того, насколько вам нужен томный взгляд. И в центр века мизинчиком добавляю на нижнее веко вот сюда вот этот же самый сиреневый оттенок, что наверху нам помогал смешивать розовый с сиреневым. Добавляю этот же оттенок Сабрины себе на нос. Мне очень нравится, как получился макияж на веках. Но, конечно же, я уронила кисть. Я считаю, что возвращение в тот образ просто невозможно без нее. Без легендарной жрицы Кривострелки. Тогда меня вы прозвали, или я себя прозвала, я уже не помню. Из-за того, что кто-то очень фигово рисовал стрелки, но при этом уже был бьюти-блогером. Да, я. Со стрелками в какой-то момент я подружилась, поэтому сейчас я буду делать этот макияж уже вместе с ними при помощи аквоподводки. Ну, в первую очередь. Второй у нас будет обычная черная подводка, но мы к ней еще вернемся. Эти аквалайнеры называются H2O. И, как говорится, просто добавь воды. Я добавляю воды, беру кисточку, которая шла в комплекте, прям окунаю ее в воду и теперь перемешкиваю. Кисточка, которая идет в комплекте, честно, сначала я отнеслась к ней скептически, но потом, когда я попробовала, я поняла, что она безумно удобная, потому что она немного заостренная, и таким образом получается тупо любая форма на глазах. На самом деле, эта коллекция имеет для меня очень такое важное значение, потому что не просто так я амбассадор этой коллекции. Как вы знаете, я не люблю, когда что-то в лоб, я всегда люблю, чтобы были какие-то теории, какое-то двойное дно. И, вот так вот сложилась моя жизнь. И знаете, сейчас я держу в руках следующий продукт, о котором я хотела вам рассказать, и этот продукт для меня очень важен. В общем, это три монотени. У них формат жидкая фольга, так называемый. И здесь не все так просто. Дело в том, что каждая эта монотень названа в честь моей собачки. Это у нас Лаки, Лючия и Сани. Если вы олд моего канала, вы знаете такие легендарные видео, как собачка управляет моим макияжем. Поэтому я решила, что в моей коллекции обязательно должна быть отсылка к тому, с чего все начиналось, а мой канал начинался с животных. Ну, если бы точнее, с моего бенгальского кота по имени Эвил. Но решила, что слишком экстремально называть тени Эвил, это прям совсем. Поэтому я решила отдать знак уважения тем, кто помогал в развитии моего канала, то есть моим животным, которые действительно сыграли огромную роль в этом во всем. Поэтому вот эти вот монопигментированные тени для меня имеют действительно очень важное значение. Кстати, знаете эту тему во всех старых фильмах, когда блондинки обязательно ходят со своими собачками? Так вот, без этой отсылки как бы коллекция тоже не могла существовать. Тем более, что на ее презентации я тоже с собачками. В общем, в нашей съемке Beauty Bomb, кроме меня, снимались еще и собачки. Посмотрите на этих ласковых малышей. Но суть в том, что взяли мы их из приюта. Да, иногда так случается, что даже такие маленькие собачки оказываются в приютах, и они очень нуждаются в помощи. Так что, ребят, в описании под видео я отправляю вам ссылку на проверенный мною лично приют для маленьких собачек. Я знаю, что моя аудитория супер добрые и отзывчивые люди, потому что вы мои. Для других тут просто банально нет. Так что, может быть, кто-то из вас захочет забрать песика себе домой, или кто-то захочет помочь финансово, ну или стать волонтером. Так что да, вот так вот.
со смыслом. Ладно, возвращаемся к жрице кривострелки, которая уже преисполнилась до коллаборации с Beauty Bomb. В общем, есть, конечно же, в моей коллекции вот такая вот подводка. И просто зацените ее кисточку. Это супер тонкая, супер удобная кисть, которую можно нарисовать любые стрелки. Да, я вам, конечно, классно свой чистовую, но просто вот так вот зацените. Понимаете, здесь можно делать все, что угодно. Хочется добавить еще больше сияния, и для этого я буду использовать вот такую вот палетку хайлайтеров, которая называется Hello Hotty. Это просто невероятно сияет. Так, рука, пожалуйста, позволь нам показать вот то самое космическое сияние. Очень яркое, очень красивое, невероятно. Наверное, буду использовать розовый хайлайтер и нанесу его прям пальцем вот сюда вот. Не знаю, зачем мне сюда еще больше блесток, но я решила, что нужно добавить хайлайтер. Итак, макияж я почти сделала, остались только губы. Но к губам тут невероятно огромное количество продуктов, сейчас я вам все расскажу. Давайте по очереди. Есть карандаши для губ. Я буду использовать оттенок 02 Honey Money. Им я обозначаю контур, немного выходя за ее пределы. Дальше тут вот такие вот помады-сердечки, которые называются Legally Blonde. Это отсылка к фильму «Блондинка в законе». И просто посмотрите, какая красота. Внутри этой помады тоже сердечко. Ну просто милота. А пахнет как просто вау. Это брауни, ребят. Вот такая невероятно красивая, полупрозрачная, вкусная текстура. Ну просто роскошество. И дальше у нас бальзамы для губ. Кстати говоря, с названием Gossip Girl. Все фанаты сериала просто пустили ностальгическую скупую слезу. Первый оттенок это сирена, холодно-карамельный. Второй оттенок Blair, кораллово-розовый с золотистым шиммером. И третий оттенок это Дженни, коричневый с золотистым шиммером. Кто смотрел «Сплетницу», ваш любимый персонаж оттуда, это кто? Кстати говоря, с ними на губах получается полупрозрачный оттенок. И влажный увлажняющий финиш. Кстати говоря, эти оттенки я рекомендую наносить уже поверх помады, чтобы дать больше сочности вашим губам. На этом бальзамы не заканчиваются. Но я же говорила, что продуктов много. Их реально очень много. Бальзамы Барбс. Бальзамы Барбс это прям отдельная история для тех, кто вдохновляется вайбом Барби Кора. Здесь два оттенка. Первый это Sun Vibe, это желтый с ароматом банана. И второй оттенок Fruit Lollipop, красный с ароматом апельсина. С ним получается прозрачный, влажный финиш. И конкретно эти продукты рекомендуется наносить плотным слоем на губы перед сном, чтобы использовать их как ночную маску. Ну а утром просыпаться с идеально увлажненными губами. И последним у нас идет бальзам-желе. Называется он Very Pinky Pop It Gel. Внутри вот такая вот красота с шиммером. Просто посмотрите. Кстати говоря, зацените, как сильно упаковка эта подходит под мой задний фон. Как будто бы, знаете, оно создавалось под это, а не вот это под это. Ну и куда же без вот таких вот продуктов? А это у нас с вами жидкие кремовые помады, которые называются, ну, сами прочитайте, как они называются. Да-да. Что ж, я думаю, что я буду использовать сейчас оттенок, а я даже не знаю, какой оттенок использую, потому что не все безумно красивые. Он у нас полупрозрачный, с блестками, и мне кажется, это просто идеально подойдет к этому макияжу, потому что у нас достаточно яркие глаза, и как будто бы хочется просто немного подчеркнуть губы. В центре я добавлю самую малость розоватого лилового оттенка. Кстати говоря, запах вообще невероятный, я не знаю, это клубника, максимально химозная, максимально прекрасно. Вот я такое уважаю. Я такое очень сильно люблю. Но губы нереалки вообще получается, конечно. У меня сразу ассоциации с песней Candy Shop. И, кстати говоря, да, такие продукты тоже в этой коллекции есть. Просто посмотрите на эти потрясающие упаковки с губами. Ну, это что-то за пределом разумного. Это, кстати говоря, тоже бальзамы для губ. У них полупрозрачная текстура и крупные блестки. Посмотрите, какая красота. На лице макияж как будто бы готов. Но это, конечно же, не все, потому что извините, пожалуйста, но у меня коллекция серьезная. Тут еще очень много всего. Да, я в штанах для танцев. Что вы мне сделаете? Собираю вещи. Во! Есть некоторые продукты, которые в нулевые были просто незаменимы. Например, масло для тела. И, конечно же, в коллекции Room Core есть вот такое вот масло. Называется «Принцесса 2000». Ну, или если быть точнее, «2000 Princess». Смотрите, это масло с блесками. Его можно на себя нанести, и ты будешь блистать прям вот как звезды из 2000-х. Вот прям вот оно. Еще и запах очаровательный кокосовый, то, что нужно, который смягчает кожу и делает ее такой шелковый, бархатистый, потрясающий на ощупь. В нулевых было негласное правило. Чем больше блестеть, сиять, тем лучше. Поэтому, конечно же, еще есть вот такой вот продукт. Кстати говоря, я реально, когда училась в универе, постоянно пользовалась чем-то подобным. И я очень сильно грустила, когда те производители, которых я тогда покупала, просто ушли. Ну, типа, все, перестали выпускаться. Значит, это такое молочко с шиммером. И это нереально крутая вещь. Очень классно выглядит, особенно когда ты это используешь на ногах. Потому что создается такой эффект максимально ухоженной, гладкой, красивой кожи.
кожи. За счет легкого шиммера это молочко для тела прям классно блистает. На фотографиях получаешься великолепно. Сразу такая кожа, знаете, с эффектом фотошопа. Еще и как бы ухаживать за ней. У каждой гламурной красотки блестки должны быть не только на лице, но и на волосах. И для этого можно воспользоваться вот такими вот наклейками для волос, которые называются Paris. Я их уже тестировала, поэтому у меня не полная упаковочка. Ну уж извините, надо было сначала протестить, прежде чем вам рассказывать. И да, мне они очень понравились. Спойлер, с волос нормально снимается. Вот такие вот линии со стразами, которые идеально подойдут для тех, кто хочет какое-то изменение во внешности, но при этом не хочет делать ничего прям супер из ряда вон выходящего, например, не менять цвет волос. Потому что, знаете, вот иногда хочется каких-то перемен, но вроде как и не особо-то и хочется, поэтому взяла, налепила, идеально красиво фотку сделала, на мероприятие сходила, потрясающе, муа! Кстати говоря, эта штука выглядит очень круто, не только на прямых распущенных волосах, но даже когда ты собираешь волосы в пучок, потому что это просто роскошество. Дальше у нас есть вот такие вот значки, которые называются She Wolf. Тут два прелестных значка. Первый это гламур, а второй зайка. Ну, я на платье прикреплю, потому что мне мало блестяшек. Близко моя грудь еще к камере никогда не была. Ну она. Еще из очень полезного есть вот такой продукт. Это наклейки на ногти. Я знаю, что многим очень лень делать себе маникюр, а кому-то просто некомфортно ходить с нарощенными ногтями, или ну вот реально не хочется ходить по всем этим вашим салонам, особенно после того, как салоны учудят. Поэтому есть вот такая потрясающая альтернатива, кому хочется гламура на своих ногтях. Класс. Еще в коллекции очень большое количество всевозможных цацок. Смотрите, какие у меня есть кольца. Для тех, кто хочет прям совсем максимальной роскоши, богатства бутиков. Но они золотые, поэтому я не буду их сегодня на себя надевать, ибо у меня все серебряное. Потом есть еще вот такие вот невероятно красивые серьги. Я с ними уже снимала видео. Ребят, они... Я не знаю, что с этими серьгами так или не так. Даже сейчас они находятся за километры от вас. Посмотрите, как блестят. Красиво, пипец. Ладно, эти серьги я все-таки надену, поменяю свои на эти. Мне очень нравятся. Вот. Что ж, образ собран, можно идти по своим делам, на любую тусовку, в любой клуб. Только с собой я возьму вот такие вот матирующие салфетки со вкусом моей самой любимой химозной розы. Невероятно. И в принципе, как будто бы все. А нет, подождите. Сперва о том, где же можно купить мою коллаборацию с Beauty Bomb, коллекцию Room Core. Room Core уже продается в Магнит Косметик, в Золотом Яблоке, Литуале и Ревгош. И да, вы не ослышались, в Золотом Яблоке тоже. А также их можно найти на Озон и Wildberries. Обо всех изменениях вас буду держать в курсе я и, собственно, Beauty Bomb в наших социальных сетях. Так что обязательно подписывайтесь и будьте в курсе всех новостей. А еще совсем недавно мы отправили целых 10 подарков тем подписчикам, которые первые отгадали тематику этой коллекции. Так что подписывайтесь, потому что кто знает, я, например, не знаю, вдруг совсем скоро будут новые конкурсы. Всех люблю, всех целую и всем пока!